Великобритания готова стать частью международной коалиции в случае войны против Северной Кореи. Об этом Daily Mail сообщает со ссылкой на собственные источники. По данным этого издания, чиновникам поручили составить план реакции Лондона на случай вооруженного конфликта с Пхеньяном. Среди возможных вариантов использования эсминцев, фрегатов и нового британского авианосца «Королева Елизавета». Его еще не испытывали до этих пор. Флотилия Соединенного Королевства вместе с истребителями на борту должна будет присоединиться к военным кораблям США.